нас лучше, чем в городе. У нас всегда чисто. Всегда. У нас всегда прибрано, всегда убрано, всегда все хорошо. В новых углах живут очень доброжелательные люди, которые готовы всегда прийти на помощь. Поселок начал строиться, да. Как подсобное хозяйство образовалось металлургического завода. Вот поэтому люди сюда ехали отовсюду. Жильем-то туговато было сначала. В деревянном доме жили, так временно. А потом жилье дали вот в этих двух домах, вот, двух этажках. Вот здесь вот стали жить. Экология, да, конечно, свалка мешала туда одно время сильно, да, нам это помеха была большая. А так уже привыкли.